22 июня в Симферополе будет временно перекрыто движение. Связано это с проведением памятных мероприятий, приуроченных к началу Великой Отечественной войны. Мероприятия будут проводиться в Гагаринском парке у Вечного огня, поэтому движение перекрыто будет с 7 до 11 утра на Павленко от Т-образного перекрестка с проспектом Александра Невского в сторону парка имени Юрия Гагарина.